Всем привет! С вами снова Денис Кухта. Вы на моем канале. А я, друзья, опять уже в Австрии. Катаюсь по автобанам. И мы сейчас направляемся с Димой и Сандрой. Вот мы припарковались. Направляемся в Альпы. Я думаю, это будет потрясающее путешествие на пару деньков в Альпы, в самые красивые места, а также в Зальцкамергут, где я уже больше 10 лет провожу экскурсии. И Димка сейчас покупает кофе. Дима, скажи привет. Сервус. Берет кофе. Мы остановились на такой парковочке. Сегодня мы направляемся на гольфики. И сейчас сходим в одно местечко и направимся уже дальше. Впереди просматриваются немножко Альпы. И потрясающая, друзья, потрясающая погода. Опять тачскрины, то, что я уже показывал как-то в своем видео. Все это тачскрин, везде можно посмотреть, куда мы едем, куда мы не едем. Разные видео. Например, видео, что же нам надо приобрести, чтобы использовать автобан. Надо вигнетка. Вот и все. Короче, вот так это все выглядит. Возьму сейчас стабилизатор. Достану стабилизатор. Потому что хочу снять очень красивую дорогу. Дорогу в Альпах. Мой стабилизатор. Недавно купил, друзья. Недавно купил Osmo Mobile 2. И только я купил, через недельку вышел Osmo Mobile 3. Блин, теперь я его продаю. На странице есть такая австрийская страница Willhaben, там я продаю. Потом еще пару копеек доплачу и куплю уже третью, самую новую модель. Как-то я не рассчитал, не посмотрел, что выходит новая модель, и купил еще старую модель. Надо было еще недельку подождать, конечно, и тогда взял бы уже новую модель. Вы знаете, да, друзья, что мне не сидится на месте. Я только вернулся пару дней из Кракова, с Польши, и опять уже в дорогу, и опять уже в путь. Сандра, сервус, алло. Сандра сидит, Димка сейчас будет за рулем, потому что я хочу снять, блин, надо еще стекло протереть. Я хочу снять сейчас дорогу, снять автобан, и когда мы съедем с автобана и будем проезжать среди Альп по красивым деревушкам, тоже хочу снять стабилизатором уже на телефон. Потом надо будет это все смонтировать, и телефон, и эту камеру, как-то так. Ладно, я пошел протирать окно, и потом направимся дальше путешествовать. Друзья, оставайтесь до конца, потому что впереди будет все только самое крутое. Кто любит Альпы, кто любит озера, кто любит маленькие-маленькие сказочные городки, все это для вас, друзья. Все это для вас, для моих дорогих, для моих постоянных зрителей, кто меня смотрит на канале. Мне это очень приятно. I want to stay here with you. Under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true. And every smile you give, your love it shines right through. And in this moment, I'll make it last I'll take my time and make it last. As the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this last. Первая наша короткая остановочка – это городок Гмунден, первая точка. Посмотрите, друзья, какая красота. Очень красиво, конечно. Красота неописуемая здесь. Посмотрите, какая чистая вода, прозрачная водичка. И город Гмунден.
также Зеленая гора, 1000 метров высота, туда на фуникулёре можно подняться наверх. И замок Орт, одно из самых романтических мест в Австрии для свадьб. Здесь проводятся свадьбы, и на острове находится замок Орт, откуда открывается вот такой красивый, красивый вид. Seems to think that all good things come to an end, but I won't fall for that, oh no. Forever you will be my friend, and no one else can make me feel the way you without effort do. And you are mine for now and always, and always know that I love you. So I'll make it last, I'll make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, fight it off to make this last. Наша вторая остановка — это Траункирхен. Пока мы направляемся к горному массиву Дахштайн, мы проезжаем действительно очень-очень красивые места. Дима, Сандра везде делают фотографии. Я снимаю и на телефон, и на эту камеру. То есть, если какая-то красивая панорама, это, конечно же, на телефон с стабилизатором. Если я что-то вам рассказываю или веду свой репортаж, скажем так, тогда это на Sony X3000. Сейчас я поснимаю на эту камеру, и вы увидите, какая здесь красота. Просто райские места. Сейчас при помощи DJI Osmo Mobile 2, и кадры получаются настолько классные. Сейчас мы снимем вот этого гуся. Сегодня мой оператор Дима, молодец, помогает мне. Посмотрите, друзья, в каком красивом месте мы сейчас находимся. Просто потрясающе. Сандра делает фотографии.
сюда постоянно, друзья, приезжаю на экскурсию Зальцкамергут. Многие из вас уже были здесь, или у меня на экскурсии, или сами приезжали. Но я каждый раз не перестаю удивляться, какая здесь красота. Настолько спокойное какое-то место, что хочется, вот как Димка с Андрой, посидеть здесь. Никуда не спешить, просто посидеть, покайфовать и полюбоваться этой красотой. Супа, я Сандра? Я. Шен. Где ваш имен? Говорит них, кто? А, ты бикирилла, он их не дает. Вас? Это бикирилла. А, хасту кайны бикини мит. Моя. И хаух них. Говорю Сандре, пошли покупаемся. Она говорит, у меня нету с собой бикини. Сегодня купаться не пойдем. Да. И вот красоты. Австрийский флаг. Австрийцы патриоты своей страны, они обожают свою страну. И так и должно быть, я считаю, что если ты живешь в этой стране, ты должен уважать законы, и ты должен любить эту страну. А если ты ее не любишь, просто собирай чемоданчик и уезжай в те места, которые тебе по душе. Я считаю, что вот именно так и должно быть. Я люблю очень Австрию, я обожаю Австрию. И для меня это лучшая страна в мире для жизни, друзья. Не знаю даже, или ехать отсюда, или нет. Впереди нас ждет столько много всего еще интересного. Ну и здесь потрясающая красота. Много уже заснял информации, материала. Да, красоты, конечно, Зальцкамергута. Они просто поражают, насколько здесь красиво. Такой классный проход здесь. И здесь уже так свежо. Но сразу, пройдя немножко, открывается вот такой красивый вид. Если есть рай, друзья, так это Зальцкамергут. Это Австрия с потрясающими чистыми озерами, еще раз повторюсь. И вот такими красивыми скалами. С такими Альпами. Самых красивых мест здесь. Это причал, который я сейчас покажу. Здесь лучший вид открывается на скалу. И здесь также находится, друзья, монастырь. Мужской монастырь находится позади меня. И вот такой красивый вид. Попробую сейчас воду, но вода уже холодная. Ну какая она чистая. Красота. Ой. Нету никого. Вообще тишина, спокойствие.
И также здесь можно покататься на кораблике. Это, кстати, причал, где я нахожусь. С той стороны находится Гмунден, оттуда он отчаливает. И можно кататься здесь, друзья. Повсюду, по озеру, везде выходить, гулять и потом дальше направляться.